Нападаем на этого дядю. Теперь нужно думать, как его убить. Нам дракон убивает с одного удара. Может, его гарпии про ДПС, но гарпия ему ничего не снесет. Жажда бешенства, я думаю, не убьет. Щит какой-то. Жажда бешенства, мне не хватает ман. Давай попробуем бешенство просто. 136-170 не хватает. Бешенство не получается. Берса. А что мне берса даст? У меня есть берсерк 20 маны. Стенка тоже как вариант. Зачем стенка? Надо думать сейчас секунду, ребят. Бешенство на ангела нельзя. Ее можно победить, только включив готик рэп. У меня просто, видите, маны не хватает, чтобы продемажить его. Гипноз на него не работает. Да гипноз мне ничего не... У меня, ребят, есть одна гарпия. Надо придумать, где я могу эту гарпию применить. Как я могу применить одну гарпию? Одну гарпию будет бить. Он будет бить эту гарпию. Он же не будет бить дракона. Давайте посмотрим вообще, в принципе, кого он бьет. Не, он дракона хочет бить. Да, он дракона хочет бить. Не гарпию. И не понимаю, что мне... Да. Тут боевка реально сложная, но в чат не смотри, попробуй сам. Но она типа мега, типа супер интеллектуальная. Тут тебе надо реально напрячь мозги, это как решить логическую задачу. Ну, это одна из моих любимых боевок на Гнолинге, я ее проходил. Ну, просто многие видели, поэтому могут подсказать в чате. Угу. Попробуй сам. Хорошо. Если минут через 10 не пройдешь... Да я ее пройду. Давай, давай на 5 сабок, что ты ее не пройдешь за 10 минут сам, несмотря в чат. Ну, блин. Вот сейчас время 19.17, я тебе дам время на 19.28. Все, поехали на 5 сабок. Только блин, ну давай, ну давай, хорошо. Зачем мне гарпия? Зачем мне гарпия? Я сношу ему 100 дэмэджа, блин, у него 200. Как мне снять с него ответку? Ребят, все, чат не смотрю, думаю. И посмотрел, кстати. Так, надо посмотреть, сколько мне ангел сносит. Если он мне сносит 100... У меня же не экспертный огонь или... Блин, у меня не экспертный, проклятие не сработает. Проклятие один дэмэдж, если что, отнимало у него. Я думал, через проклятие, может, можно. Народ, включите смайл мод еще мне, потому что неудобно. Я могу нечаянно спойлер увидеть. Неудачи нельзя... А, там мощь отца драконов! Я вообще на него ни хрена не могу кинуть! Там мощь отца драконов. Ни берсерк, ничего не могу в него кинуть. А зачем мне магия? Жажда крови? Я не понимаю, мне просто надо, видишь, как-то придумать, как два раза эту тварь ударить. Он же меня с ответки убивает, но у меня реально ноль идей просто. Ну явно не гарпии ответку снимать. Ну явно не гарпии ответку снимать. Но явно не драконом ответку снимать, может дракон умирает. Ну да, значит у тебя не получится снять ответку. Но при этом надо два раза ударить его. Я уже не могу молчать. А гарпии нельзя в одном раунде ответку снять? Спасибо огромное, Андрей Назаров. Спасибо еще огромное. Гарпии нельзя ответку снять, к сожалению, потому что она без ответки бьет. Вот давай посмотрим на такое твое существо, как зеленый дракон. Какие у него есть характеристики интересные? Ну, то, что он прожигает. Прожигает. Так. Попробуй зацепиться за эту мысль. Я должен через гарби прожечь ангела, серьезно? Ну, попробуй. Может быть, получится.
Серьезно? Ну так по-другому чуть надо сделать. Серьезно? Ой, подожди, через гарпию прожечь. А, я понял, походу. Или не понял? Ты замок уже не вернешь. Подожди, ты до сих пор не понял? Или понял? В смысле, мне надо, чтобы дракон ударил в гарпию. Да? Ну почему тогда ты дракона в угол не уводишь? А, да, наоборот надо, точно. Блин, ну крутая головоломка. Серьезно крутая. Так, погоди, ангел засал на меня идти. Ну, значит, ты что-то делаешь не так. Может, ангел тоже понимает, что ты его хочешь прожечь через берсу? Серьезно? Ну, вообще, да. Тут тебе надо как-то и ангел еще обхитрить. Ангел умный, типа, что ли, или чё? Ну, им же руководит Эдрик. Эдрик же тоже не дурак. У него игровой интеллект достаточно тоже высокий. Прожги! Не хочет. А ты думаешь, что он как? Он пойдет вот и оплетать, чтобы прожечь, что ли? Ты хочешь сказать то, что это гений? Я что-то не понял, подожди. Мне надо поставить Мне надо просто прям перед лицом ему гарпию поставить, чтобы он прожег. Это я понял. Но вот здесь это по... Неприятное чудовище не дает это сделать, понимаешь? Вы еще выгадывай. Здесь он просто сверху ударит, то есть он не будет прожигать. Да, тебе нужно найти такое расположение, чтобы ты мог это сделать. Блин, ну прикольно. Это прикольно. Moments later. Да че ты ржешь? Ну не хочет прожигать ее, скотина. Так, ладно. Тебя Эдрик тебя... Вот понял, ты берешь черную башню через фейк-прожик, а Эдрик тебя выигрывает через фейк-прожик. Это из-за фейк-прожика, что ли, я не могу прожечь, или что? Ну, Эдрик тебя сейчас через фейк-прожик чисто выигрывает, а ты ведешь себя как искусственный интеллект. Серьезно? То есть он как бы отыгрывается на тебе за всех драконов, которых ты убил в черных башнях. У Эдрика своя башня. Так, мне надо дракона здесь поставить, я понял. Да он постоянно по-разному летит. Он же даже интеллектуальный, он не хочет, чтобы ты его так обыграл. Да он не думает даже об этом. Думает? А ты думаешь, почему он так становится? Просто так? Так. Да попробуй в разные клетки, Дим, поводить. Я уже забываю, в какие водил, в какие не водил. О! Сюда иди! Сюда! На нахрен! Наспину его. Сейв, надо главное сейв сделать. Вот, теперь запомнил, да, что надо сейвиться? Заново тебе неохота это Да.